самомнения здравомыслия. Давайте еще раз повторим, потому что это самый важный наш урок. Значит, где говорится, что самомнение на чего складывается? Ну, то, что мы услышали от людей. Мы услышали, какую-то информацию получили в детском садике, в школе, в вузе. Посмотрели там по радио, услышали по радио, посмотрели по телевизору, прочитали в журналах, там, в газетах, книгах, да, какую-то информацию получали. Вот с этого потока информации у нас складывается отношение к одному или другому вопросу. Да? Вот это называется самомнение. Так же? Если учитывать, что весь этот поток информации контролировался сражающей цензурой с помощью этих паразитов, да? Факт? Не нужно это доказывать. Контролировался весь поток этот. Неужели с помощью вот этого потока информации мы можем докопаться до истины? Возможно это сделать? Невозможно. Более того, Ведов так объясняется. Значит, самомнение, оно ограничено способностями ума, разума, интеллекта. То есть у нас есть ум, который получает информацию от пяти чувств. У нас пять чувств. Обоняние, осязание, вкус, зрение и слух. Так же? Других водных каналов в умке. Так ум это получает информацию от пяти чувств. Разум, ну, останови. Это орган, который анализирует полученные. Этот сюжет я снимаю для чего? Что вот семеро из моих 15 детей, младших, старшие сами уже все, смотрят и Трёхлебова, слушают его, все его выступления, делают ему заключения свои. Так? Да. Трёхлебов хочет, а? Нет, чего не отказывается. Есть проблема? Есть. А? Слушать надо? Надо. Школьные учебники задуривают на мозги сплошные. Там вообще чушь. Учителя сами малограмотные, ничего не знают. А? Вообще, что не спроси, учителя не знают, потому что их самих не учили. И мы купаемся в этой лжи. Вот пытаемся из нее выплыть вот таким методом. Видите, семеро детей маленьких, старшие сами, я вытаскиваю с помощью интернета. Грязный интернет, плохой интернет, смотря что в нем ищешь. Вот они, всякую дребедень, некоторые смотрят в интернете, игры всякую дребедень, бахабельщину там, а? А мы находим что-то хорошее. Все зависит от человека. Каждый находит то, что хочет. Всем советую. И Трёхлебова смотреть. Не важно, что он там с бородой некоторым не нравится. Что он. Но он доносит до нас те сведения, которыми мы были лишены. Правильно? Да. Вот. И русский язык тоже он интересен. А то у нас только через Задорнова. Вот Задорнов там нам объяснит, этот смехач, да? Да он специально забалтывает Задорнов-то. У него какая задача? Надурить нас всех. Заболтать, обхихикать, обсмеять, что смешное, то и ладно. И так, вроде мы что-то знаем.